Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и бро, сразу же, просто сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь придет время, Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится под нами. Поэтому подписывайся на мой канал. Вчера вечером мне не было чего делать. Мне было очень скучно, и я подумал, почему бы не сыграть в обычный Майнкрафт. Но когда я зашел в меню миров, там был еще один мир смешариков. Он так и манил меня сыграть в него. Но я решил туда зайти и сыграть. Меня кинуло в мир выбора персонажа. Все было темное и страшное. Как будто какая-то нечисть появилась в мире смешариков. Я долго думал, за кого же мне сыграть. И я выбрал Копатыча. Мне было интересно, ли будет этот сюжет связан с первой частью смешариков. Почему-то выбор персонажа не работал. И я не понимал, что мне делать. Спустя минут 5 меня кинуло играть. Я оказался в доме Нюши. Я подошел к ней и начал с ней говорить. Копатыч, я тебя ждала. Да, Нюша, я бежал к тебе как только мог. Наши тайные встречи такие великолепные. Да, главное, чтобы никто не узнал. Но, Копатыч, когда мы уже всем расскажем о нас? Не знаю, Нюша, еще не пришло время. Тем более, это сильно ранит Бараша. Да плевать мне на того Бараша. Я хочу всю жизнь провести с тобой, Копатыч. Я тебя люблю, Нюша. И я тебя, Копатыч. Нюша, я очень хочу есть. Ох, Копатыч, нужно много картошки. Хорошо, Нюша, сейчас принесу. Копатыч, ты мне обещал, что научишь ездить на машине. Конечно, Нюша, я забегу Пину по машину. Хорошо, любимый, я буду ждать тебя на ездовой горе. Люблю. Ого, вот этого я не ожидал. Копатыч и Нюша тайно от всех встречаются. Жаль Бараша. Я забежал в подвал и решил найти картошку и посадить ее, чтобы Нюша позже сделала ужин. На улице было очень темно и было очень плохо видно. После этого я решил побежать другим смешарикам. На моем пути был Лосяш. Я был рад, ведь я впервые в этой игре вижу Лосяша. Я подбежал к нему, чтобы поговорить. Копатыч, как ты мог? Что? В смысле, о чем ты? Зачем ты тайно встречаешься с Нюшей? Что? Что за бред? Не ври мне, Копатыч. Копатыч, ты же знаешь, что Барашу больно. Как ты узнал? Об этом знают все. Вчера вы сидели у Кроша дома. Бараш написал новый стих о любви к Нюше и бежал репетировать Крошу. Но там он услышал вас. Как вы говорите? Я тебя люблю, Копатыч. Я тебя тоже, Нюша. Он не поверил в это, но вмешиваться не стал. После он решил сесть в кусты и дождаться, когда вы выйдете. Ровно в полночь вы вышли из дома и на прощание поцеловали друг друга. В этот момент Бараш умер в середине. Он целыми днями сидел дома и ничего не делал. После к нему пришел я, и он мне все рассказал. Где Крош? Крош уже получил свое наказание. Теперь твоя очередь. Что в смысле еще какое наказание? Копатыч, не вмешивался бы ты не в свои дела. Нюша принадлежит Барашу, а ты пропадешь из ее жизни навсегда. Нет, вы не можете поступить так с нами. Можем. Пин создал устройство, где мы и закроем тебя с Крошем. А тебя заменит робот, который разлучит тебя с Нюшей, и Бараш будет счастлив. Нет! В этот момент экран побелел. Я ничего не понимал. Они, похоже, убили Копатыча. В этот момент игра меня перекинула играть за Нюшу. Я стоял около входа в ту самую ездовую гору. Там были странные горки. Я не понимал, что это. Но похоже, что мне нужно было туда зайти. Как только я зашел, я заметил Копатыча. И сразу же с радостью побежал к нему, чтобы узнать, что случилось. Но он говорил как-то странно. Копатыч, любимый, мы будем ездить. Да, любимая. С тобой все в порядке, милый? Да. Хорошо. И что мне делать? Бери шкатулку и начинай ездить. Хорошо. В сундуке я нашел странную шкатулку. Поставив ее, появилась тележка для продуктов. Я сел в нее. Было трудно управлять, но я смог и прошел первый трамплин. После чего экран снова побелел. После я снова играл за Копатыча. Я появился в каком-то очень странном месте. Все было белое и жутко выглядело. Вдали я увидел странных доисторических крошей. Они ходили, ничего не делали. Рядом со мной был дом. Я решил, что мне нужно зайти именно туда. В доме стоял огромный доисторический Крош. Я подошел к нему и начал диалог. Крош, что с тобой случилось? Что они с тобой сделали? Они обещали сладкую морковную жизнь за всего лишь один эксперимент. А что это за кроши на улице? Они лезут из моей шерсти каждый день. Не переживай, Крош, я нас вытащу отсюда. И снова яркий свет. Я играю за Нюшу. Нюша стояла около Копатыча. Я подошел к нему и начал с ним диалог. Ну как тебе, Копатыч? Неплохо, но можно и лучше. Ясно все с тобой. Копатыч, с тобой точно все в порядке? Да, Нюша, бери новую
сундук. Я не совсем понимал, что происходит в этой игре, но похоже, что настоящего Копатыча переместила в неудачный эксперимент Пина, а с Нюшей общается робот, похожий на Копатыча. Все проходило так, как и говорил Лосяш. Они и вправду против отношений Копатыча и Нюши. Я взял новую коробку из сундука. Это был детский мотоцикл. Мне нужно было на нем пройти испытание. Я сел на него. Испытание было перескочить 5 кактусов. Это было очень легко. Когда я это прошел, случился снова переход на Копатыча. Я бежал к тем самым неудачным клонам Кроша. Они просто ходили вокруг и ничего не делали. Это было странно. Они были совсем безобидные. Их было очень много. Я представляю, как же больно Крошу их делать. После я решил вылезти на самую большую гору, чтобы сверху посмотреть на это страшное место. Возможно, так будет видно какой-то выход из этой доисторической долины. К сожалению, никакого выхода из этого места не было видно. Похоже, отсюда нету никакого выхода. И Копатычу отсюда никогда не выбраться. И снова переход на Нюшу. Я подошел к Копатычу, и он сказал: «Ты молодец, но нам нужно перестать общаться». Что? Что? Почему, Копатыч? Мы же так любим друг друга. Я тебя больше не люблю. Ну, так вот почему ты себя так странно ведешь. Как хочешь, тогда больше ко мне не подходи. Снова все побелело. Переход на Копатыча. Он почему-то падает с той горы и разбивается. После возрождения он стоит в доме. Около входа стояла Нюша. Я подошел к ней. Как ты мог? Что в смысле, Нюша? Ладно, еще то, что ты бросил меня. Но зачем? Зачем ты это сделал с Барашем? В смысле, Нюша? Я ничего не делал с ним. Лосяш и Пин мне все рассказали. И что же они тебе рассказали? Ты, Копатыч, обманным путем заманил к себе Бараша. Под предлогом, что у тебя есть новая бумага для стихов Бараша. Так ты его заманил в подвал Кроша, а там связал его и пытал. Но пытки твои были ужасны. Ты же знал, как сильно он меня любит. Ты специально звал меня к себе и влюблял меня в себя, чтобы я говорила все эти слова, а Бараш все это слышал. И его сердце разорвалось от боли. Ты убийца, Копатыч. И вдруг на экране появился Копатыч. Он был ужасный. Его глаза налиты ненавистью. Смотря на эту картинку, я как будто узнал все, что думал Копатыч. Он любил Нюшу с самого ее детства. Но этот Бараш постоянно мешал ему признаться ей в чувствах. Он постоянно был первее, звал ее повсюду, после чего специально заманил Нюшу Крошу в дом. Он знал, что однажды Бараш прибежит к дому Кроша и услышит, что говорит Нюша. Я люблю тебя, Копатыч. Так и случилось. Бараш подбежал к дому и услышал все это, после чего он рассказал об этом Лосяшу, а тот заманил Копатыча и спрятал в том ужасном мире пыток вместе с Крошем и, разорвав отношения, подослав робота Копатыча к Нюше. Но они не узнали одного. Бараш был не настоящий. Настоящий Бараш был в подвале. Его сердце разрывалось от того, что он слышал, и он умер. Копатыч знал, что будет много подозрений, что Бараш пропал, поэтому сделал клона, который рассказал все, что видел, а в конце он должен был умереть от суицида. И никто бы не подозревал Копатыча. Но все пошло не по плану. Мертвого Бараша нашли. И все стало ясно. Копатыч таки смог отомстить всегда первому Барашу. Нюша не смогла выдержать этой боли. Один любимый умер, а другой просто использовал ее ради собственной выгоды. И она покончила с собой. На этом был конец. Поставь лайк, ведь тебе-то всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. И пиши в комментариях, за кого ты хочешь, чтобы я еще сыграл в этом страшном Майнкрафте. Эй, бро, также подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании, я оставлю специально для тебя, ведь там выходят очень страшные фотографии. Ну а если ты боишься, бро, то просто пиши мне в директ, и я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из всех 1000 человек я отвечу именно тебе. Да просто отвечай всем своим, бро. И, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь придет время, Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится под нами. Поэтому подписывайся. И также, бро, комменты без комментов попадают в следующее видео. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока! Thank you.
Ha ha ha!